Пожалуйста. Ты за это заплатишь. А ну, говори, как человек. Что мне? Это сестра Агнес из прихода церкви. Она отлично говорит по-французски и согласилась перевести для вас. Сестра, спасибо за вашу помощь. Очень рад. Сестра Агнес, спасите, кто его послал? И вы за оба есть. Габерер. Bientôt, vous allez nous demander pitié. Он говорит, вы оба совершаете большую ошибку и однажды будете молить о пощаде. Еще он сказал... Что? Пожалуйста, сестра, мы должны знать. Ради жизни людей. Ну, снова на букву «Н». Что? На букву «Н»? Скажите этому ублюдку... Как? Она монашка. Сестра, передайте этому пакучему куску «Д», что я повешу его за то, что на букву «Я». Monsieur, ce monsieur vous envoie personnellement votre haine. Votre haine? Dis-lui que ce putain de nègre de grand-mère, c'est ouf! Он сказал мне нет. Он снова использовал слово на букву «Н» и упомянул вашу бабушку. А вы скажите ему, что его мать настоящая «Б». Как это? По-моему, шлюха пишется через «Ш». Точно, «Ш». И его сестра «Ш». И его бабка дешевая «Ш», зарабатывающая вдвое больше, потому что у нее нет зубов. Так ему и скажите! Снова повторил? Нет, на этот раз он назвал этого джентльмена словом, означающим кистка, и еще одним словом, которое рифмуется со словом комик. Что? Передайте ему, что он грязный с... Эй, засранец пишется через «э». У меня наверху есть словарик. Он просто осел! Он сказал, вы обречены на смерть, как и хан с девушкой. О, сестра, отвернитесь, чтобы не смотреть. Кто такой Шайшен и как его найти? Я тебе четки отрежу и затолкаю их в твою глотку! И его четки? Его четки, сестра. Его вонючие, волосатые четки. А ну говори правду мне! И дай мне пистолет. Дай мне пистолет. Все кончено, братюшка. Приехали. Кто такой Шайшен? Где? Что он сказал, сестра? Он сказал, стреляй. Беда! Ли, пистолет не заряжен. Извини. Друг, я тут пытаюсь прикончить чувака. Черт! Ладно, либо ты сейчас мне все рассказываешь, либо я отправляю тебя на небеса. Мне уже все равно, я обречен на смерть, мне нечего терять. Да-да, передайте Господу, что у него скоро будет компания. Стой! А ну говори! Как это хватит? Она почти закончила. Прости меня, отчий, бы я согрешу сейчас. Потом! Он говорит. Что он сказал? 50. Франклин Дерузвик. Женевьева. Спасибо. Приятно с вами работать, сестра. Всегда рада.